Посмотри, сколько видео вокруг, зацени. Эти ролики, мой друг, подпишись. На канал ты не забудь, поставь лайк. И комментатором ты будь. Ла-па-па, ла-па-па, ра-па-па, ра-па-па, ра-па-па-па-па-па-па. Привет, ребятки, мы продолжаем проходить карьеру в игре FIFA 15 за Торпедо Москва. Сегодня можно будет, я надеюсь, расслабиться. С Ростовом играем. По календарю вроде как привыкли выступать в этом ритме. Так что... Напоминаю, второй состав сыграет с Ростовом. Через два дня полуфинал Кубка России с Локомотивом «Основа». Через два дня второй состав с Рубином. Через три дня снова с Барселоной. Потом второй состав с Уфой. И «Основа» с Барсой. Второй состав с Арсеналом. Ну и тут останется финал Кубка России «Основа». Второй состав, видимо, с ЦСКА. Я надеюсь, Кубок России будет где-нибудь здесь. Очень надеюсь. Но это вряд ли. Короче говоря, ладно, играем с Ростовом сейчас. Погнали. Так, гостевая. Давайте вы тоже в гостевой сыграете, Ростов. Пожалуйста. Так, а мы встаем. Йорнину все хорошо, конечно, но рукавица тащит. Поэтому давайте его. Ребенка. Уходит Моралея, приходит Новосельцев вместо Зуева. Сидит Зуев тут. Стыванович, Савичев. Савичев, Савичев, Савичев. Как мы там делали-то, я не помню уже. Ой, Лунгу, 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 Мулин. Сердар Азмун уставший, поэтому, наверное, он отдохнет. Денинкс. Черешев тоже отдохнуть должен. Денинг стал вторым, что ли, я не понял. Ищук. Так, нет, здесь вот Акча должен быть. Акча. Акча красная карточка у него. Поэтому вот так вот сыграем. Инкс, Ищук. Мулин. Лунгу. Полувторой, полупервый состав получается какой-то. Так, ладно, Лунгу не будет в основе играть. Он, конечно, жаловался на то, что мы ему время не даем. Ну, извини меня, дружище. Вот так вот, Цибиков сюда. А здесь Багаев. Вот так вот. Так, Инкс, Ящук из основы, и Савичев из основы. Вот что плохо. Очень причем плохо. ДП Лисы еще не скоро выздоровеет. Ну, что поделать, придется как-то так. С Барселоной я не знаю, как играть. Будем по делу выискивать себя. Варианты. А сейчас пока что Ростов. Пока что Ростов, и я надеюсь, что все будет хорошо. Даже не с Барселоной, а с Локомотивом. Я не знаю, как играть. Канга. Как-то быстро мы потеряли мяч в своем этом стиле. Абазов. Мяч Ростова, и неплохо они им владеют. Вот сейчас есть шанс. Ну куда Мулин-то бежал открываться, я не понял, почему именно в эту степь. Хорош Дэнни Инкс на Камиля Мулина. И браво, вратарь. Камиль не справился сейчас с ним. Не получилось отправить мяч в ворота. Надо было, наверное, ближний прошивать. Что сделано, то сделано. Стыванович почему-то на подачу. Давать будет Цибиков. Вот она подача. И удара не будет. Хорош. Савичев. Пяточкой на Багаева. Нет, не сохранил мяч. И Ростов мчится в атаку. Но их быстро тут останавливают. Еще и под катом отбирают мяч. Стыванович, Мулин. Вот сейчас получает мяч Мулин. Рико это, да, защитник? Зовут его так. Выбивает мяч из-под ноги.
Цибиков. Возвращает на правый фланг. Мяч тут Багаев. Хорош Багаев. Цибиков. Вот он, шанс у Стывановича. Сдалека не пробил, нет. Ящук. Ах ты ж, передача на Мулину. Вот идеально надо было отдавать. Вот просто разворачиваешься и даешь пас, а не пяточкой. Хорош Кан. Пасик не проходит, ну, потому что прямо в защитника летит мяч. Ухаров. Абазов. Рябко. Бухаров. Находит адресата Рико. Вот сейчас мячом, значит, тогда в подкате ложился не он, потому что там чернокожий футболист был. Вновь Рико. Не позволили подать мяч. Ой-ой-ой, у нас там травма. Еще одна травма. Вот просто вот, ну вот, прям пассива называется. И атака не получилась. Рико. Была игра аркада. Зико из Пуэрто-Рико, по-моему, так называлась. Кто это там травмирован? Савичев. Но уже нет, уже отошел. Стыванович, дальний удар. Ух, как мощненько. Ух, как мощненько. Но не точненько. Высоко мяч полетел. Пожалуй, слишком мощненько. Чуть-чуть опусти и... Чуть-чуть левее, чуть-чуть опустить, и был бы гол. Савичев, нет, не позволили ему подать, но Цибиков тут как тут на подхвате. Вновь Савичев, Даниэль, Мулин сражался с защитником. Савичев, хорош, Даниэль. Замах, мяч убирает из-под себя, еще разок. Мулин! Пробить! Почему Дэнни начал головой прыгать? Я не знаю, я его выбрал. Удар, я не нажимал ему. Он должен был побежать, но почему-то сработала анимация, сработал скрипт или что, я не знаю. Неплохо, очень неплохо. Цибиков просто красавчик. Браво, Цибиков! И передача на Багаева проходит, да? Жиру. Так это читается. Отобрал. Не получается, не получается до конца отбирать мячи. Вот и сейчас Новосельцев вроде как отобрал. И сразу же потеря. Канга. Канга. Чуть было по ногам не ударил. Кан. Канге, вот сейчас Абазова упустили. Абазов, ну да, перенервничал пацан, по всей видимости. Перенервничал. Рукавица на Кана. Кан на Денингса не достанет очень сильно. Очень сильно. И вот здесь вот аут был опять назад, обыгран. И мне чуть-чуть не хватило, чтобы... отобрать мяч. Как всегда, назад не играйте. Жиру. Буду его так называть. Было нарушение правил, по всей видимости, да? Нет, не было. Сохраняй. Сохранил мяч. Ты смотри, Ящук. На Мулина. Тоже получилось сохранить. И Дэнни Ингсу отдал мяч. А здесь нарушение правил. Ну, Дэнни подставился сейчас под это нарушение. Камиль Мулин у мяча, но я хочу попробовать и отсюда забить. А у меня некем бить, собственно, отсюда. Подкрутка. У кого самая мощная подкрутка? 63. А у Камиля Мулина самая мощная. Ладно, тогда придется вешать. Камиль. Идет подача. Ничего не вышло. Стыванович. Замах не удался. Канга. Было нарушение. Канга справляется. Устоял на месте. 43-я минута встречи. Хорош, Стыванович. Браво, Мулин. Ай, на защитника прям нарывается, к сожалению.
Вот он шанс у Ростова. Полос, удар сдалека. Рукавица, красавчик. То Йоронин, то рукавица. Нам везет, на самом деле, на хороших голкиперов. Не на топовых, охренительных, а вот на хороших, перспективных. Считай, 5 сезонов отыграет, и он вообще просто зверем станет, этот рукавица. Ну, 3 хотя бы, знаете. Рико. Вешать надо. Идет подача. А тут вынос. Камиль Мулину прямо в ноги. Хватит ли у него времени, чтобы убежать на ворота? Камиль, ты один. Камиль. Никогда его не останавливало это. Камиль Мулин попытался подать Денингсу мяч. Ну, там, во-первых, кто-то закрылся. Во-вторых, и Камиля закрыли. Стеванович. На Кана. И все. На этом заканчивается первый тайм. У Кана ничего не вышло. На приеме он сплоховал сейчас. Спартак в гостях выигрывает у Мордовии. У нас 0-0, а у них 0-1. Второй тайм начинается. Ух ты, чуть было не отобрали. Рико. И вот сейчас тоже можно было отбирать. А тут уже перехват сработал. Стеванович. Ну что за... Далебор, вот просто вот видно, что ты из торпеда. Вот видно. В чем-то хорош удар издалека, но при этом как бы давно уже не забивал с этого самого далека. И при этом пасы, ну просто, ну из задницы. Главой, благодаря вот Далебору. Перехват. Ящук. Проходит передача на Камиля Мулина. Он один на левом фланге. Абазова обыгрывает. Камиль полностью причем обыгрывает. Камиль Мулин вошел в штрафную. Вошел. И потерял мяч. Там три защитника упали, чтобы у него мяч отобрать. Стеванович. Зачем вот этот пас был сделан именно так, я не знаю. Ящук. Не получилось обыграть. Хорош. То же самое хотел сделать Стеванович. Не вышло у него. Он полос. Ой, красавчик Деннингс. Дэнни. Кан. На Багаева. Багаев. Передача какая волшебная на Деннингса. Нет, там защитник сыграл. Был офсайд, да? Да, положение вне игры. К сожалению. Я не понял. У нас теперь Ящук там травмированный лежит. Что это за беда, я не понимаю вообще. Подожди, нет. Ужас. Теперь еще и Ящук травмирован. Супер вообще. Кто у меня будет играть вообще? Скажите мне, пожалуйста. Стеванович. Савичев. Цибиков. Намулина. Ну давай, дружище. Нет. Подкате в хорошем мяч выбивается. Хорош Мулин. Надо добавить скорости, наверное, и выпустить Азмуна. Вот здесь делаем вот так. Хотел играть? Играй. У нас некому бить штрафные будет. Бютнер. Бютнера я уже не выпущу. Но надо забивать. Цибиков. На Чесамбо Лунгу. Хорош, Чесамбо. Хорош, да не хорош. После вот финта скорость и вообще все у него теряется. То есть умеет, да не до конца, грубо говоря. Это не нарушение правил. Это игра в мяч. Полос с мячом. Втроем у него не отобрали мяч. Хорош. Ростов. Вот сейчас имеет возможность тоже неплохую навеску куда-то в никуда.
Ай, ну... FIFA в чистом виде сейчас вот вам было продемонстрировано. Я нажал удар, когда боролся с футболистом. В итоге, как бы, скрипт борьбы не сработал, потому что мяч там ударился в футболиста, соперника. И мой удар последовал после, когда мяч уже ко мне упал. Хотя я нажимал уже передачу. Денис Черышев. Попытка сдалека пробить. Ну, в принципе, не помешал никто. Просто удар последовал сразу после приема. Это сложно. У нас 0-0. Ничья нам вообще не нужна. У нас ЦСКА уже на 2 очка опережает. А Динамо с... Это сейчас как? Это сейчас как за... А, господи, уже отворот. Думал, это сейчас как замена произошла. А Динамо с Зенитом вообще в равном очковом, грубо говоря, эквиваленте с нами. Поэтому нам нужна победа, только победа. Ну и, в принципе, мы играем, собственно, на победу. Давай, 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 давай. Вот, нельзя... нельзя назад отыгрывать, хотел я сказать. Но Лунгу отобрал мяч с нарушением правил. Хорош. Чесамба на Сердара Азмуна. Сердар! 1-0. 14-й гол Сердара Азмуна. И он выходит на первое место в списке бомбардиров, если там Халк не забивал. Просто потрясающе. Он сейчас оставил всех защитников позади себя. Ну и вратаря тоже, естественно, обыграть получилось. Сердар очень хорош на уровне российской премьер-лиги. Хорош, Сердар, ну просто бешеный зверь. 2-0. И дубль Сердара Азмуна. Видели, как он защитника убрал? Смотрите. Оп. И нету человека. Там просил Деникс мяч, но Сердар сам пробил и справился. 15-й гол. Еще отбирает. И вот с левой бы бил. С левой. И был бы гол. Он с левой туда просто закатить. Там дырка такая. Но нет, решил с правой зачем-то. Вот сейчас также обыграть не вышло. Хорош Черышев. Очень хорош Черышев. Очень хорош Черышев, но, опять же, все хорошо делаем, да не до конца. Отлично. И у Сердара возможность просто гениальнейшая. У него один всего лишь защитник. Он идет зачем-то на него. Можно было там сыграть с напарником. Сделать все красиво, но нет. Сердар решил сам. Я уже сам, конечно, делаю эту глупость. Полос. Мяч у Ростова. Девяностая минута встречи. Там один защитник остался. Всего лишь один. Если бы мы позволили им пройти, то есть не было бы офсайда, то был бы еще один шанс неплохой. Сохранил, ничего себе. Знаете, что у Сердара не получается? У Сердара не получается реализовывать стопроцентные моменты, по-моему, выходы точнее. Вот как вот был, один на один он вышел, считай, все, обыграл. Обыграл, там с напарником сыграл, и все. И выход один на один. Вот у него вот это вот с этим делом очень плохо все. Вот он шанс, еще один.
Судья дает время играть. Чисамба Лунгу бежит вперед. Чисамба играет на Сердара. И хэт-трик. Очень просто, очень легко, очень буднично. 3-0. И 16-й гол Сердара Азмуна. И травма Цибикова. Да твою ты мать, ну сколько можно? Три футболиста у меня за этот матч травмировались. Три. Нормально вообще? Как я буду играть сейчас с Локомотивом? Кто будет играть у меня с Барселоной, скажите мне, пожалуйста. Зато Ростов, да, сделали. Что за бред? Ни хрена у меня там сообщений. А, господи. Приняли. Денингс, почему? Какая роль у меня в команде будет? Ключевой игрок какая? Давай эти 80 тысяч заколебал. Просто от балды. Новосельцев. Игрок ротации. Секу Алисе. Ключевой игрок. Фримпонг. Ключевой игрок. Тоже какую роль хотел понять. А Фримпонг? Тоже роль. Травмирован. На 3 недели еще травмирован. Зато Маракча, да, у меня теперь может играть. Ух, какое счастье-то, а. Просто пипец. Ну вот, Ящук 3 недели выбывает. Хорошо, хоть Савичев остался. И Цибиков, да, получается? Да. Савичев и Цибиков, да. Акча. Вот, отбыл, возвращайся, дружище. Ладно, матч с Локомотивом сыграем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр и всем пока, ребят, удачи. Привет! Специально для тебя, досмотревшего это видео, хочу посоветовать свой второй помидорный проект. BZR Info. Наша команда усердно работает для того, чтобы ты был в курсе игровых новостей. Что там в инди-сфере? Как дела на ММО-аренах? Что нового на мобильных устройствах? Ну и что там происходит-то вообще в игровой индустрии? Все это на BZR Info. А также ежедневные стримы с разнообразными интересными стримерами, в число которых можешь попасть и ты. Ребята стараются, и я уверен, ты зайдешь и оценишь их труд. Спасибо тебе. Дальше круче.